Всем доброго дня. Сегодня 8 октября, понедельник. Я веду свой репортаж от памятника пограничникам на Комарова 3. Значит, мы сегодня планируем заложить вот в технологическое отверстие капсулу с землей, взятую с границы 28 сентября. Сегодня состоится торжественная закладка. Строители нам уже подготовили технологическое отверстие. И в 12:30 я жду всех своих коллег и неравнодушных жителей нашего района и вообще города на место закладки земли и письма потомкам. Репортаж вел рядовой пограничных войск КГБ СССР Хатмулин Роберт Ахмедович.